Ребята, всем привет! Я давно хотела сделать такое видео о дружбе Дианы и Насти Кнопы. Согласитесь, каждый из нас мечтал бы иметь подругу или друга, которому ты можешь полностью довериться. Итак, Кнопа. Мы все знаем, что ее настоящее имя Настя. В этом году, 15 ноября, ей исполнилось 15 лет. Тогда Диана с мамой приехали поздравлять ее одними из первых. И торт лицо Насти в день рождения полетел именно из рук ее лучшей подруги. Теперь самое... Для тех, кто не знает, разница в возрасте между девочками 2 года. Насте только 15, а Диане сейчас 17 лет. Но, как видите, разрыв 2 года не мешает девочкам быть лучшими подругами. И это дружба, которой уже несколько лет. Недавно Ди выложила TikTok дуэт, который подписала спустя 3 года. По видео видно, как изменились девочки. Но на самом деле они дружат более 4 лет. На вопрос подписчицы, сколько вы дружите, Ди ответила, что больше 4 лет. То есть эта дружба началась, когда Насте и Диане было всего 11 и 13 лет. И именно Настя часто летала вместе с семьей отдыхать за границу. Ребята, всем привет! В общем, это наш утренний влог с Дианой с Дубая. Девочки часто оставались ночевать вместе в доме Дианы. Судя по старым тиктокам Насти, видно, что она живет в большом доме, скорее всего, где-то недалеко от дома Дианы. Училась Настя, похоже, в частном лицее в Киеве. По крайней мере, по форме в школе видно, что это явно непростая школа. И сейчас, когда началась война в Украине, родители Дианы смогли вывести с собой Кнопу. И сейчас она живет вместе с семьей и продолжает сниматься в сериале. Здесь мои вещи лежат. Шкаф, Настя. Ну, Настя точно так же, как и у нас всех, вещей немного, да. Поэтому показывать нечего. Известно, что ее родители не смогли уехать из Украины, так как не могли оставить собаку. Собака очень крупная, и поэтому с ней очень сложно переезжать. Некоторые фаны считают, что Настя встречается с Томасом. Так ли это на самом деле, неизвестно. Но известно, что Томас сейчас продолжает сниматься в сериалите и находится среди других актеров в Испании. Также ходил слух, что, возможно, Настя встречается с Закатом. Особенно это шиперство пошло после того, как в эфире должны были поцеловаться Диана и Закат. Но Закат сказал, что он не изменит Кнопе. Если сейчас кто-то пришлет корону, первого, кого напишите, тот целует. На камеру. В прямом эфире. Только... О, меня видно. Тимур. Там написано. Диана и Закат! Что? Я сказала, если кто-то пришлет корону, то мы поцелуемся в прямом эфире. Первый комментарий был Диана и Закат. Нет, думаю, что Кнопа обидится. А я? А что? А ну, это условия подписчиков. А я? Не расстраивайся. А если я Ладно, не понял? Я... Боже, почему именно я и Закат? Я вообще-то ревную. А, у нас сейчас ссора будет. Все, Кнопа обиделась на меня. Я не обиделась, я прощаю. Мы прощаем. Мы прощаем. Джордж, я Кнопе не изменяю. Видите, у нас все очень серьезно. Тебе... Кнопа! Сейчас буду целовать твоего Заката. Закат мне не изменяет. А, вот ты это можешь. Ребятка. Ну и так как это видео посвящено дружбе Дианы и Насти, ловите несколько тиктоков. Девочки начинали снимать вместе, когда они еще были малышками. Ты мне что-то затираешь здесь про своего бывшего. Like a thick girl with a big booty. Но сегодня, что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Well, am I white or black? I'm a lion cub. Your voice sick of your face, sick of your choices. Now why, why, why? Make it out west, slang it out west. Go my tech. Fucking around with me, you see I'm hot, I'm 500 degrees. Need a freak, need a freak, my. Мы встретимся дома, в Киеве в мае. Я бы могла писать портреты, жить ради кого-то.